За пасхальный уикенд харьковские спасатели выезжали на вызовы более 30 раз. В половине случаев причиной звонка в 101 был пожар. Один из таких вызовов поступил диспетчеру и в пасхальное воскресенье. Очевидец сообщил, что на улице Вагнера горит частный дом. В результате этого пожара погиб 68-летний хозяин дома. Соседи говорят, что спасти пенсионера помешало то, что пожар заметили очень поздно. Никто не знает, как бы оно горело, так видно было. Воно и пожарка приехала, оно дымило. Вы понимаете, дымило. Ну нам же тут не видно. Там с той стороны все было. Тут же крыша, бачите, крыша цела. А с той стороны... Они сняли крышу. Да, сняли крышу. Туда, с той стороны. Но, как бы мы бачили, мы... Соседи добавляют, что погибший не злоупотреблял алкоголем и даже не курил, поэтому в происшествии винят неисправную электропроводку. Приехавшие пожарные потушили дом за час, а внутри нашли обгоревшее тело хозяина. Но от ГСЧС говорят, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и, скорее всего, вопреки словам соседей, во время распития спиртного. Накануне здесь была компания, они... употребляли алкоголь, а вот уже соседи подтвердили, что этот мужчина вел определенный образ жизни, антисоциальный, я имею в виду, злоупотреблял спиртными напитками. Спасатели добавляют, что несмотря на праздники, пожаров, связанных с традиционными пикниками, зафиксировано не было. В этом заслуга внезапно наступивших холодов, которые не позволяют горожанам выйти на шашлыки. А три пожара, которые произошли на выходных, были связаны с поджогом сухой травы. Артур Рязанов, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».